Всем привет! Сегодня у нас видео распаковка, и распаковывать мы будем мою новую прелесть, а именно вот такой планетарный миксер фирмы Redmond, модель 5318. Покупала я его на Алиэкспресс, на Тимол. Доставка заняла, по-моему, дня 4 до пункта выдачи в Пятерочке. До пункта выдачи доставка была бесплатной. Ну что, приступаем. Так, что у нас здесь? Руководство. Какие там здесь рекламная брошюрка. Посмотрим, что-то можно выиграть. Попробуем. Так, еще какие-то две брошюрки. Так, сверху здесь вот такая круглая штука. Что это у нас здесь может быть? А, это вот, вот такой ограничитель, чтобы не брызгало вверх. А, здесь три насадки для замеса. И вот две из них уже сверху. Одна такая, как штык копья, как листик. А вторая, видимо, для тугого теста, как крюк. Ну и вот сам аппарат. Конечно, он такой, ну, размером приличный. Сейчас я его достану. Вот такой красивый, черный, блестящий. Так, это у нас ручка регулирования. Это у нас корзина. И третья замесочная, ну, как насадка от миксера, она здесь уже установлена. Металл. Так, ну сейчас я его попытаюсь поднять. Сейчас еще просто пока не знаю. Надо вот так крутить. А, вот. Рычажок. Вот у нас есть провод. Все будет сырое. Ну это пластик. Это пластик здесь. Это металл. Ручек у чашки нету, объем, ну не знаю, на вид литра 3, наверное. Ну что, я собрала миксер, надела вот эту крышку защитную, убрала все пакеты. А чаша, она вот так, надо ее крутить против часовой стрелки, она снимается. А сейчас я пробую опустить все это добро. Вот так она опускается. И дальше уже рукой. И здесь защитная этой колпачке очень удобное отверстие, куда можно подсыпать ингредиенты для теста. Еще раз покажу три вот такие насадки, венчик для взбивания, например, там воздушных каких-то, да, кремов, крюк для замеса тугого теста и вот такая лопатка для, ну, например, соусы какие-то делать, просто для перемешивания. Быстро я сейчас пробежалась по инструкции. Чашу можно мыть в посудомойке, венчики нет. Сам прибор протирать влажной тряпочкой. Ну вот и все. Быстренько я вместе с вами распаковала свой миксер. Пойдем пробовать его в работе. И что-нибудь надо сейчас приготовить. Ну вот так выглядит мой миксер на своем месте. Пришлось тут немножко потесниться. У него, кстати, внизу здесь хорошие такие присосочки, поэтому он стоит достаточно устойчиво.